Здравствуйте, уважаемые читатели! Отдел краеведческой литературы Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого продолжает цикл видеообзоров книжной выставки «Китап Жанне Каламкер» в рамках проекта по продвижению книги и чтения. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию произведения нескольких авторов из литературного сборника «Россыпи родных степей», таких как Нахашбай Мукатов и Ганежамал Бердалинова. Книга уникальна тем, что ее основу составляет произведение казахских поэтов Кустанайской области, переведенных на русский язык. Вместе с известными поэтами в книге предлагается творчество молодых авторов, но самое главное, что всех их объединяет, это общие темы – родная земля, любовь и дружба, доброта и гуманность. Сегодня мы хотим познакомить вас с известными казахскими поэтами Нахашбай Мукатовым и Ганежамал Бердалиновой, издания которой представлены на книжной выставке. Нахашбай Мукатов родился 15 марта 1949 года в Кустанайской области в Жангельдинском районе. Закончил среднюю школу имени Жангельди Ваули Аралбай, где и начал писать статьи и стихи в местные газеты. Нахашбай Мукатов вначале был литературным работником в районе газеты Жангельдинского района. Позже стал редактором сначала Тургайского, а потом Кустанайского областного радио. Далее трудился собственным корреспондентом казахского радио в Тургайской области, а затем главным редактором Кустанайского телевидения. Нахашбай Мукатов с молодых лет был хорошо знаком с древним искусством казахского народа айтысом. Первый раз он участвовал и был заметен в айтысах среди учеников в своей школе. Несколько раз участвовал в районных областных состязаниях акынов и становился победителем. Поэт, член Союза писателей Казахстана, деятель культуры Республики Казахстан, кандидат филологических наук. Тартып келем, екі иққа сөз артып, таусылмағай. Кереңдерден қазар құт, ту сұртыңнан тоқпақтаған туыстан тура келген дұшпаныңның өз артық. Ар ұятты жүрген жақсы тазартып, ол жоғалса жата қалда ажал күт. Аяқ балақтан тартатығын қандастан алба жылба иттеріңнің өз артық. Бәрін тұратындай көз қамтып, ойға біткен қуат күшті қозғалтып, ұш жағында намысы жоқ найзадан қайрақ көрген қарапшақтың өз артық. Жамандыққа сөгірме назар тік, жақсылықты жүрейік те базар ғып, атанадан алшақтаған ұлыңнан атанаға жақын қыздың өз артық. Көңіл жолы көбейсе ғой соз артық, кісіліктің қиясына оз қалқып, келетін сирек сырттағы бала келіннен келетін жиі қонағыңның өз артық. Бұрқанып, бұлқынды деме тез шалқып, барлап қара бірде емес, өз барқыт, масыл болған, мәңгірт болған тіреден, асыл болған өлген жанның өз артық. Следующий автор произведений, представленных на книжной выставке, Ганежамал Бердалинова. Поэтесса Ганежамал Бердалинова родилась в 1942 году в селе Ореховка Адамовского района Оренбургской области. Из воспоминаний Ганежамал Бердалиновой, мои родители в 30-е годы были вынуждены покинуть родную землю и уехать в Оренбургскую область России, где я родилась и выросла. Было обычное детство сельской девчонки. Могла сама ездить верхом на лошади, запрягать арбу, пасти овец, гусей. До 1956 года мы никогда не ездили на историческую родину. Но знаете, мы жили в очень интернациональной среде, бок о бок с украинцами и русскими. И при этом мы сильно поддерживали свою национальную самобытность, обычаи, традиции, культуру. Мы учились в национальной школе. Два раза в неделю садились у приемника, который передавала через Москву передачи на казахском языке. Слушали Лужаса Сулейменова, Паризу Ангарсынову и других гигантов слова. Мы праздновали Наурыз с большим размахом. После школы, еще живя в Оренбургской области, я поступила на филологический факультет пединститута имени Пушкина в Уральске, Западно-Казахстанской области.
Будущая студентка на третьем курсе вышла замуж за своего одноклассника, и мы вместе с молодыми специалистами вернулись в Россию, где я устроилась на работу в Адамовскую районную газету «Ленинское знамя». В 1970 году с супругом мы переехали в Казахстан, в Житогору, стали работать в тресте «Казахбестрой». В те годы я стала много писать стихов, принимала участие в районных и областных конкурсах акынов. Мои заметки стали публиковаться в житогоринской газете «Авангард». Меня заметили, пригласили с обкором областного отделения «Казрадио», одновременно приняли внештатным журналистом в областную газету «Кустанай-Таны», а уже в 1993 году поступило предложение работать в отделе образования и культуры этой же газеты, где я проработала до самой пенсии. В 2015 году вышел сборник стихов «Елим деп сухан жүрегі» к 20-летию независимости. И другим праздничным датам в нашей области изданы под эгидой Управления внутренней политики и Управления культуры и редакторством Ганижамал Бердалиновой сборники «Улагат», «Азат елдің асқақ жыры», «Жырым саған туған ель». Журналист, поэтесса, переводчик, организатор произведений юных авторов в газете «Кустанай-Таны», в журналах «Алга» и «Жас Казак», лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества 1990 года, лауреат клуба меценатов Кустанайской области, лауреат национальной премии «Ажар». Вашему вниманию мы предлагаем стихотворение поэтессы «Исповедь птицы». Послушайте исповедь пленницы птицы. Мне клетка служила тюрьмою, темницей. Была я украдена малым птенцом. Я клетку считала, что это мой дом. Я в ней прожила много сумрачных лет, не зная, что есть где-то воля и свет. Была я сыта и утилась в тепле, не зная, что сила у птицы в крыле. Служила хозяину птицей забавой, ему приносила доход я и славу. Не знала, что скоро наступит финал, меня вместе с клеткой хозяин продал. Мой новый хозяин пешком налегке нес клетку со мною легко на руке. Мир был громаден, как дом небоскреб, воздухом вольным дышала взахлеб. Вдруг я заметалась, крылья ломая, меня поманила птиц вольная стая. Я билась до крови, покорная зову, стать вольною птицей была я готова, незримой частицей стать небосвода и упиваться своею свободой, и упиваться своею свободой. «Лети, догоняй поскорее свою стаю», сказал мой хозяин, мне клеть открывая. Мы молча простились, я в небо взвелась, твою лишь свободу я чувствую власть, как сладок хлеб вольный пьянящая вода и песенно место родного гнезда. За каждой строкой их поэзии восхищает любовь к своей исторической родине, такая неистовая причастность ко всему, что происходит в стране. Стихотворения, вошедшие в настоящее издание, красноречиво подтверждают эти простые и вечные истины. Пусть они найдут свое продолжение в душе благодарного читателя. Отдел краеведческой литературы приглашает вас познакомиться с произведениями Нахашибая Мукатова и Ганижамал Бердалиновой.